Вот уже 16 лет Ксения Бородина является бессменной ведущей «Дома-2». Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, отлично помнит, как начиналась карьера теледивы в реалити. Вчера он решил обсудить стиль работы звезды и хлестко прошелся по ее внешности. Ксения может похвастаться богатым гардеробом. В личном блоге она часто делится кадрами нарядов от люксовых брендов, которые обходятся ей в сотни тысяч. Звезда тщательно готовится и к каждому выходу на съемочную площадку, стараясь не повторяться в образах. Однако, по мнению Майи Абрикосова, усилия теледивы напрасны. Экс-участник реалити заявил: «Ксения Бородина вечно уставшая, сонная, помятая. Ощущение, что мать героини убиралась дома с дулькой на голове, выбежала мусор вынести и заодно дом-2 провести. Вот такие ассоциации». А вот о подруге ведущей Ольге Орловой Абрикосов, как оказалось, лучшего мнения. «Конечно, мне о ней судить сложно, я ее не знаю». Считая, что Ольге нужно было продолжать петь, а не подаваться в ведущие. Но вызывает впечатление доброго, порядочного человека. Впрочем, многие пользователи сети удивились выводам Абрикосова и считают, что его опусы – это единственный способ хоть как-то напомнить о себе. Ксения Бородина ведет шоу с 2004 года, когда оно и запустилось на телеканале ТНТ. По словам звезды, несмотря на многолетнюю историю, реалити продолжает интересовать публику, хотя есть и те, кто требует его закрытия. Ксения объясняет: «Людям жесткача подавай. Вы сами создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно.